Всем снова привет. Сейчас я жду пацанов, тут стою. Когда они придут, мы соберемся и пойдем на остановку, чтобы поехать на квест-рум. Квест в реальной жизни. Сейчас я стою, время без пяти. Жду их, они должны ровно в 11 уже прийти. Вот, квест у нас начинается в час, в 13:00. Вот, так что, ну, мы успеем сто пудов. День назад был в первом классе. Вот. 6 лет мне тогда было. Сейчас стою тут. Мне уже 14. Да. Время очень быстро летит. Мы уже с пацанами собрались. Вот, сейчас стоим в магните, выберем, что покушать нам там. Вот. Купим потом. Там накроем стол вот и поедем. После квеста. А давайте после того, что писали в воду. Вот что мы набрали. Сейчас соберем этот пакет и поедем. Мы вчера в воду клеили тяночек. А, да. Одна хотела приехать, чтобы я с ней. Полный пакет. Кстати, мы взяли большой, да. Вот. Купили еще мороженое. Для того, чтобы сейчас перекусить. Вот. Попросим накрыть нам стол, когда мы пойдем на квест. Ну, чтобы после квеста покушать. Бога. Приехали мы на Пушкина. Сейчас перейдем дорогу тут. Ну, точнее, под мостом просто пройдем. Вот. После этого там недалеко квест. Кстати, квест находится напротив цирка. Вот. После этого мы пойдем в комнату отдыха. Там просто покушаем. Повеселимся, поиграем в плойку. Мы уже подходим к квесту. Вот, сейчас зайдем там, разденем. Мы, короче, уже пришли. Тут можно чаёк, конфетки. Стоимость вашего квеста 1500 плюс 500 рублей будет 2000. Ага. Короче, Богдан хотел отыметь подушку. Богдан хотел... А, точнее, Богдан вот тут сидел. Он, короче, встал вот такой вот. И мы увидели, у него, короче, полуспущенные штаны. О, то есть трусы было видно. И он такой, Егор говорит, отдай подушку, отдай подушку. Вот, и мы такие сразу начали ржать. Потому что знаете что? Мы, короче, сидели тут. Он вот тут, подушка... Вот тут вот, и он ее. Давай, Богдан. Богдан. Дебил. Грабил. Фу, что хотел языками, да? Не, давай. Ты понял? Вытащил. Что именно? Экран. Покажи экран. Блин, с ума сошел. Итак, в нашем квесте все достаточно просто. Самым главным правилом является то, что вы должны оставаться командой на протяжении всех 60 минут, которые вам даются. Вы должны быть сплоченным коллективом. Вы умеете работать в команде? Конечно. Да? Прекрасно. Ну, значит, вы посмотрите, рассчитаете свои силы и выйдете и скажете. В квесте мы ничего не ломаем. Если вы чувствуете, что начинаете применять физическую силу, это говорит о том, что вы делаете что-то неправильно. Потому что квест все достаточно просто, нужно только немножечко подумать. То есть, если у вас возникают какие-то вопросы, вы не знаете, что делать, попали, ну, не знаете вообще, вот вообще не знаете тупик, просто связывайтесь с нами по рации, и мы вам говорим, что вы должны делать. Все? Короче, все, мы написали. Сейчас наденем маски и пойдем. Все, ребят, мы сейчас уже пошли, сейчас камеру кладем. Потому что там снимать нельзя. Вот, после квеста придем и скажем свои ощущения.
прошли мы за 58 минут квест. Вот. Богдан, нам очень понравилось. Рекомендую квест Elysium. Если что, ссылочка на него будет в описании. Вот. Приходите и все. Понравится вам тут очень. В комнате отдыха вот нам предложили настольные игры. Ого. Спасибо. Ого, плойка четвертая. Вот, короче, смотрите. На 3 часа можно. Пацаны. Пацаны. Тут есть FIFA, тут есть много игр. И это все на мой день рождения. Офигенно. Тут есть микроволновка, пацаны. Офигеть. Сейчас пойду в магнит, куплю одноразовую посуду. Мы просто забыли купить, когда мы продукты покупали. Вот. Так. Тарелки, стаканы, да? Вилки уже. Красай косяк на ногах стоять. Бросай табак, зарубай косяк, на ногах стоять. Короче, уже наигрались в Mortal Kombat. Вот, сейчас включили FIFA 17. Сейчас поиграем я и Егор. Вот. Приветика. Вот, пацаны там и жрут, играет это в дженку. Вот, а мы тут просто в плойку четвертую рубимся. Да, кстати, Егор уже говорил. Прикольные геймпады. Вот. У меня обычно черные, два черных. Ну вот. Вот, а тут красные. Вот, тут вообще клёво все, правда. Вот, только минус тут в том, что там за окном рабочие работают. Может, еще вторую часть снять? В общем, сейчас у меня камера Серёги. Он об этом не знает. Он вон там сидит. Играет в FIFA. Сейчас незаметно к нему подойдем и посмотрим на него. Пора бы! Пока это все не видит, потому что я взял его камеру. Короче, пошел, блядь, пока. Давайте его испугаем. Ну давай, держи! Бум! С днем рождения, желаю счастья, здоровья, чтобы ты не болел. Счастье, здоровье, вообще, красавчик, я тебе получаю, чтобы тебе стало 100 подписчиков обратно, вообще красавчик, удачи тебе. Чтобы ты отписались. Спасибо. И вот и все, ребят. Мы вышли из здания, посидели мы там 2 часа. Сейчас мы, короче, вообще ничего не делаем, просто идем, гуляем. И битбоксим. Короче, мы подошли к Серебряному городу. Кто помнит это место, напишите в комментариях, где из какого влога это место. Короче, тут играет один чувак. Вот. Серега полез, короче. До конца. До конца, до конца, до конца. Обязательно найдутся такие дебилы, которые.